В городскую детскую больницу Тараза поступили 19 детей из средней школы номер 21. По словам медиков, у всех отравление неизвестным газом. Часть из них находится в реанимации. Состояние троих удалось стабилизировать, но четверо пока в тяжелом состоянии. На линии со студией сейчас находится наш корреспондент в Таразе Дарья Визовая. Дарья, скажите, с какими симптомами поступили дети? Что-нибудь новое известно об их состоянии? По словам врачей, у школьников наблюдались такие симптомы, как нервное напряжение, чувство страха. У некоторых был паралич конечностей. Сейчас постепенно их состояние стабилизируется. У входа в больницу дежурят родители. Никто из них своих детей еще пока не видел, но медики успокаивают, что их жизням больше ничто не угрожает. По некоторым данным, среди пострадавших были и взрослые, но сейчас эта информация уточняется. Это пока вся информация, которую мы располагаем. Сейчас находимся на месте событий и ждем очередных комментариев. Спасибо, Даша. Мы тоже ждем. А я напомню, полицейские уже задержали 17-летнего ученика 21-й школы. Предположительно, это он распылил баллон с газом. Сейчас его допрашивают.